Почетный гражданин Анапы Валентин Машуков 15 лет назад, в 1999 году, решением Совета депутатов города был награжден удостоверением и нагрудным знаком. Его имя знакомо каждому анапчанину. Старшее поколение знает по делам и по поступкам. С 1983 года, почти 10 лет, Валентин Дмитриевич руководил Анапским горосполкомом. Молодежь из рассказов родителей и тех, кому посчастливилось работать с Валентином Дмитриевичем. В день его рождения глава курорта Сергей Сергеев поздравил юбиляра и вручил подарок. Построено очень много объектов. Но я хотел бы сказать, что вот анализируя те объемы, Валентин Дмитриевич очень много внимания уделял социальным объектам. Построены школы, хлебозавод. Но в то же время, в период с 86 до 91 года, введено в эксплуатацию 100 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня, конечно, эта цифра, мы в год вводим больше 200, но это бум анапский. Что такое в те годы 100 тысяч квадратных метров? Это когда жилья катастрофически не хватало людям. Поздравить Валентина Машукова собрались почетные граждане Анапы, депутаты, коллеги по работе. На праздник приехал и глава Белореченского района Иван Имгрут. В праздничный день все вспоминали и рассказывали интересные истории из жизни Валентина Машукова. Это, наверное, был один из руководителей в Анапе, который в багажнике возил резиновые сапоги. И заезжая на стройку, у него не было препятствий. Он зайдет в любую коптерку, в любое место, где только он пожелает быть, где только надо посмотреть. Поэтому это тот руководитель, который владел всей обстановкой, всей ситуацией и имел обо всем свое личное мнение. Подарки, цветы, поздравления с юбилеем – все это было на торжественной встрече. Но, как признался сам Валентин Дмитриевич, важнее всех подарков внимание, которым его окружили, и теплая дружеская атмосфера, подаренная коллегами и друзьями.